Ну вот, представитель Узбекистана. Мы вчера говорили, что очень ровные результаты в борьбе за медали будут, начиная с третьего, со второго и третьего места у ребят. Илья Кареба, обладатель второго результата предварительного. Богдан Зибрев, представитель Республики Беларусь. Оба спринтера из Гомеля. 7:34 в полуфинале показал. Никита Будков, представитель Российской Федерации. 7:65 предварительный результат. Представитель Узбекистана Абдурахмон Махамаджонов. Также 7:71 пробежал в полуфинале. Представитель Кыргызстана Элчин Ширинов 7:73. Ну вот видим, какой парень крепкий, да. Ну и еще один представитель России Матвей Товарнов 7:80 показал результат вчера в предварительном полуфинале. Без фальстарта. И очень хорошо наши спортсмены вдвоем. Но что такое? А почему они остановились? Непонятно. Что-то... Я думал, что-то случилось с российским спортсменом, я видел. У кого-то фальстарт. Ну, первая дорожка. Да, это представитель Узбекистана. Жабаров, да. Жабаров, к сожалению, вынужден покинуть стадион. Да. Ну что? Ну, Богдан, давай! Нет, по-моему, вторые и третьи, по-моему. Финиш определится. Только фотофиниш определит победителей. Богдан Зибрев или российский спортсмен. Это Никита Будков, наверное. Никита Будков. Ну, сейчас посмотрим. Вот и все. Никита Будков стал победителем. Вот такое, к сожалению, бывает, ну, в спорте, да. Видите, да, неопытность спортсменов, еще раз говорим, это, ну, совсем вот юные, да. Лишнее пробегание, да, с 60 метров, вот они и сказались. Конечно. На конечном результате. Попробуй пробеги два раза в течение 2,5-3 минут полную силу. Да, это большой, большой урок на будущее, обидно, конечно, но второе и третье место в копилку нашей команды. И буквально 1/100. Что такое 1/100? Это до меньше 10 сантиметров.